2013 год принес нам, рядовым автолюбителям, немало неприятных сюрпризов. И в первую очередь мы говорим с вами об ОСАГО. В начале этого года ряд страховых компаний отказались от обслуживания своих офисов и регулирования убытков. Они оставили буквально по одному такому офису на каждый регион. В середине года страховые компании обнулили скидки за безаварийный стаж езды. Ну а в конце года все более активно пошли разговоры о том, что базовую ставку по полису, то есть базовую стоимость полиса, необходимо поднять. Всем привет! Вы смотрите bzova.ru, и сегодня мы с вами попытаемся разобраться, как нам, простым автолюбителям, выжить в этой ситуации. С удаленностью офисов страховых компаний от крупных городов и занижением реального размера ущерба многие автовладельцы сталкивались не раз. А вот с тем, что бизнес на ОСАГО приносит компаниям одни убытки, можно и поспорить. Для прояснения ситуации мы обратились к независимому эксперту в этом вопросе – компанию «Гарант ОСАГО». За последний год количество, я бы не сказала, что сократилось, возможно, даже увеличилось страховых компаний, поэтому говорить о том, что это невыгодно и страховые компании закрываются, ну, не представляется возможным. В то же время страховщики пытаются экономить на всем. Но если их расходы на корпоративы и прочую мишуру нас, как потребителей, не интересуют, то попытки страховщиков сократить размеры выплат равнодушными не оставят никого. На этот счет есть интересная статистика. Очень редко довольно производят выплаты, которыми клиенты будут довольны, и в среднем недоплаты идут от 40 до 70%. Конечно, у пострадавшей стороны всегда есть возможность обратиться к независимым экспертам. Но их заключения страховые компании добровольно не примут. Придется идти в суд. И многие на этом этапе опускают руки. Судебная тяжба, как известно, дело неблагодарное. Но спрос рождает предложение. Многие компании готовы взять на себя хлопоты по выбиванию долгов у нерадивых страховщиков. Представим себе такую ситуацию, что происходит серьезное ДТП, ну, либо даже несерьезное. Соответственно, пострадал автомобиль. Человек собирает все необходимые документы и подает их в страховую компанию на возмещение. Помимо справки о ДТП и прочих обязательных бумаг, вам понадобится оценка ущерба. Первоначально ее выполняет эксперт страховой компании, но до него еще нужно добраться, а точнее доставить побитую машину в тот самый отдаленный офис урегулирования убытков. А если машина не на ходу? Или просто ближайший заветный эксперт находится в полутысячи верст от вашего города? А чем вы можете помочь тем пострадавшим в ДТП, страховая компания которых расположила свой центр урегулирования убытков в отдаленных населенных пунктах? На данный момент у нас есть такая услуга, как отправка документов в страховую компанию. Соответственно, мы собираем весь необходимый пакет документов здесь, в Новокузнецке, и отправляем с курьером. Осмотр автомобиля будут потерпевшему производить в Новокузнецке, ну, либо в том городе, в котором находится автомобиль. Также мы отслеживаем полностью информацию, то есть был ли получен страховой компанией данный пакет документов, приняли они его или нет. Как только документы все необходимые приняты, мы также отзваниваемся клиенту, сообщаем ему о дате принятия документов страховой компании. С этого момента клиент имеет право требовать назначения осмотра автомобиля именно в том городе, в котором он расположен. То есть никуда уже выезжать на осмотр нет необходимости. И, соответственно, страховая обязана, раз они приняли документы, произвести осмотр по месту нахождения поврежденного имущества. Впрочем, предоставить машину на осмотр в страховую пострадавший в ДТП может и самостоятельно. Но, к сожалению, проблема с предоставлением машины на осмотр – не единственный возможный сюрприз. Страховая в течение месяца обязана произвести все необходимые выплаты, расчеты. По истечении месяца человек получает эту выплату, смотрит, что недоплата, ну, существенно, что реальный ущерб, и на сервисном центре, например, ему насчитали ремонта на 50 тысяч, а страховая выплатила ему 15-20. Человек недоволен данной выплатой, что ему в этой ситуации делать? Если он обратится к нам, мы, соответственно, назначим ему независимую оценку. На данной оценке будет выявлен реальный ущерб и, соответственно, реальная сумма. 30 тысяч, которые не доплатила страховая компания, можно взыскать в судебном порядке, вполне на законных основаниях. Соответственно, собираем все необходимые документы в суд, клиент
делает доверенность на наших юристов, и мы уже представляем его интересы в суде. То есть, соответственно, человек, ну, во-первых, не ходит по судам, то есть все этой лишней нервотрепки, то есть мы его, скажем так, лишаем и решаем все вопросы за него. Пожалуй, такой вариант устроит многих. Но ведь никто бесплатно работать не будет. Дорого ли обходится подобная поддержка? Оказывается, автовладельца этот вопрос вообще интересовать не должен. По закону стоимость юридических услуг оплачивается той стороной, которая допустила нарушение закона, то есть страховщиком. Наша компания работает без предоплаты. Все свои расходы мы взыскиваем также в судебном порядке. То есть оценка идет также за наш счет. Ну, то есть клиент к нам обращается, мы проводим независимую оценку за свой счет. Единственные расходы, которые будут у клиента, это расходы на доверенность, на представительство в суде на юриста. И то в дальнейшем порядке, ну, в суде мы взыскиваем эти расходы также в пользу клиента. Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев суды встают на сторону автовладельцев. И статистика компании «Гарант ОСАГО» это только подтверждает. Ну, если у вас сложилась такая ситуация, и вы попали в ДТП, не нужно бояться обращаться за выплатой. Мы с радостью поможем урегулировать все вопросы, возьмем на себя все непредвиденные затраты и поможем урегулировать все необходимые вопросы. Я в ДТП попал, но с кем не бывает такое. Думал, страховка все покроет, но все по-другому. Мне страховая что-то выплатила слишком мало. Я сразу понял, что дорога мне в Гарант ОСАГО. Без предоплаты с консультацией тоже бесплатный. Ущерб оценит независимый эксперт гаранта. А дальше все решат юристы, так что жди звонка о положительном решении твоего суда. Гарант ОСАГО. Телефон 944-600.